بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات Господи, не наказывай меня в этом месяце за то, что я спотыкался. وأقلني فيه من الخطايا والهفوات Господи, прости меня за мои ошибки и грехи. ولا تجعلني فيه عرضا للبلايا والآفات Господи, не делай меня мишенью для горя и бед. بعزتك يا عز المسلمين Заклинаю тебя твоей славою, о дарующий славу правоверным. Здравствуйте, дорогие зрители. В молитве 14-го дня у нас есть три просьбы от Аллаха. Первая просьба гласит: Господи, не наказывай меня за то, что я спотыкался. Иногда человек может спотыкаться в велениях и указаниях Аллаха, может неправильно выполнить его приказ, может проявить лень, вялость. В такие моменты человек всегда должен просить прощения у Аллаха за то, что он споткнулся, должен просить его смилостивиться над ним. Ибо кара Господня невыносима, но остаться без его милости – еще большее горе. Али, алейхиссалям, в одной из своих молитв говорит: «Господи, допустим, мы смогли вынести пламя Твоей гиенны, но как мы вынесем разлуку с Тобой? Помолимся Аллаху, дабы Он в этом месяце не наказывал нас за то, что мы споткнулись». Господи, прости меня за мои ошибки и грехи. Этот месяц – месяц прощения Всевышнего. Это такой месяц, в котором, если человек не будет прощен, то он, по преданиям, считается самым несчастным человеком. Так постараемся же быть прощенными Аллахом в этом месяце. Покаемся же, дабы Всевышний направил на нас свою милость. Господи, не делай меня мишенью для горя и бед. Человека в его жизни могут постигнуть многие беды и горести. Так попросим же у Аллаха того, чтобы мы всегда были стойкими перед ними. Или же помолим Аллаха, чтобы нас никогда не постигли такие бедствия. Чтобы мы всегда благодарили Аллаха за дарованные им блага. Из этих дарований – слух, зрение, обоняние, вообще любое благо, которое Он даровал нам, чтобы каждый благодарил за это. И за это Аллах отдалит от нас бедствия и горести. Ибо хадис гласит: «Если хочешь отдалить от себя беды и горе, то раздавай милостыню, ибо милостыня отдалит от тебя 70 видов бедствия». Заклинаю тебя твоей славой, о Господь, дарующий славу, силу и величие правоверным мусульманам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.